Детские велокресла Hummock Smedley, установленные на рамы GT Avalanche 2.0 и Atom MX 1.0. В принципе, при установке на раму Atom проблем никаких не возникло. Кресло поставилось легко, быстро, хорошо. Сам процесс установки я снимать не буду, в интернете их достаточно много. Единственное, я покажу, как я сделал тросик переднего переключателя. Тросик был просто пропущен поверх замка. Легко и просто ослабляется тросик, вытаскивается рубашка, ставится крепление, все ставится на место. Кресло замечательно стоит. Не мешает велосипедисту. При установке на раму GT Avalanche 2.0 возникли небольшие проблемы. Решились они подобным же образом, как на предыдущем велосипеде. То есть тоже был ослаблен тросик, вытащена рубашка. Но здесь пришлось чуть по-другому. До того, как затянуть на место замок, притянуть его, ослабляется максимально, притягивается, вставляется на место рубашка в фиксацию. После этого только затягивается все на место. Так как ставится сразу он в правильном положении, то затягивать неудобно. Перья мешают закручивать, то есть ни стандартным ключом, ни каким-то другим ключом подлезать очень неудобно. Ставится это долго, нудно, но ставится. В общем-то, когда правильно притянуто, помех никаких не возникает, жестче тросик ходить не стал. То есть перекоса такого сильного нет. Давление. Если у вас с рубашкой все нормально, то поставится без проблем. По крайней мере, с нашей ростовкой проблем не возникло. На раме я скажу, что для велосипедиста, так как рама сама подлиннее, чем Atom MX 1.0, на ней ехать на этом велосипеде удобнее, чем на предыдущем, чем на Atom MX 1.0. Там, когда кресло придвигаешь чуть ближе, то велосипедист зацепляет ногами кресло, приходится кресло максимально далеко отодвигать. Ну, в принципе, вот такие вот обновки. Красиво, удобно, но пришли чуть позже. Увы, опробовать не удастся довести.